Всем привет, это Mad Lucas Channel, и здесь мы сегодня собрались по такому поводу, что здесь недавно на канале набралось 1000 подписчиков. В общем, это отличное достижение, ачивка я, в общем, получил. Спасибо всем за поддержку. Здесь на фоне игра, которая называется 10 миллионов. В общем, суть ее заключается в том, что, ну вот мы за этого чувака вот играем непонятного. И, короче, чтобы выйти из этой странной комнаты, нам нужно здесь пройти задание, набрать там 10 миллионов очков. Там у меня рекорд был чуть поменьше, здесь вот что-то 186 тысяч, и вот давайте пробуем как-нибудь это побольше набрать. Пару забегов сделаем, посмотрим, что это получится. Здесь еще дают задание, которое вроде как дают больше очков. Великий комбинатор 70 рядов составить и бывал бродяга 110 тысяч очков. В общем, игра по сути обычный матч 3. И вот мы здесь бежим сверху, и как бы монстры здесь как бы попадаются нам на пути. И, короче, когда мы собираем, например, мечи, это удары мечом. Когда мы собираем волшебные палочки, это типа удар магии. Потом ключи нам нужны для того, чтобы открывать всякие сундуки. Так, и вот. И, а как бы вот эти вот фиолетовые штуки, это мы предметы новые получаем в инвентаре. Можем потом их, короче, собирать. Так, и как бы мне по-хорошему надо было его бить мечом, да, вот так вот. Так, теперь мне нужно открыть дверь ключом желательно, да. Так, после этого. Так, сейчас у меня глаза разбегаются. Что здесь еще может быть? Так, ключи. Так, нам нужен еще один ключ. Ага. Так, есть там какой-то огненный товарищ, которого надо тоже как-то замочить. Так, давайте. Оп. Так, магией. И сейчас еще мечом его. Так. Ключи не знаю зачем собрал, но как бы пусть будут. Так, я уже не понимаю, что здесь происходит, здесь все очень быстро происходит. Еще мне нужно это как-то комментировать. Ага, так. Мечи. Так, сейчас это надо две открывать ключами. Так, это еще один чувак. Давайте его вот так вот. Так, нельзя. Так, надо съесть, чтобы меня... Короче, если меня откидывает в начало экрана, когда они меня бьют, то типа вот как бы мое положение, здесь это как бы мое здоровье. И, короче, если они меня оттолкнут слишком близко, так, давайте топором его. Оп, то значит я проиграю этот забег. Так. Проиграл, короче. Да, ну вроде как что-то я не получил здесь большего увеличения. Всего, что там есть. Здесь вот есть те комнатки, которые можно отстраивать за ресурсы, которые мы получаем в игре. Так, это ветхая комната. Давайте ее отремонтируем. Так, еще здесь что можно. Так. Давайте тоже отремонтируем. И в этих комнатах можно, короче, качаться. Здесь, короче, какое-то... какие-то умения сейчас, что здесь. Дополнительное время за 5 пьют ряд. Давайте изучим. Плюс ток опыту при убийстве чудовищ. Немного до времени за ряды с деревом и камнем. Давайте изучим. Больше золота и сундуков, больше. Ну, короче, у меня больше ни на что не хватит. Так, все, давайте не вернемся назад. Это что за комната? Зазуры наши дерево. Так, улучшить тип оружия. Улучшить материал оружия. Так, давайте увеличим. Вот, теперь у меня, короче, тыкалка стала получше, чем была до этого. Так. Так, ну короче, ладно, пока хватит. Так, что здесь еще? А, это, видимо, улучшение моего посоха. Так, давайте самоцвет улучшим. Материал улучшим. Качество улучшим. Теперь стало гораздо лучше, гораздо круче. Так, что в этой комнате находится? Давайте отремонтируем. У меня практически вот этого дерева не осталось. Посмотрим, что здесь. А, это щит можно улучшать. Давайте это улучшим. Это улучшим. Как бы все лучше, что есть такое возможно, на мои деньги. Давайте еще один забег устроим. Еще один забег. Ага. Так, ух ты, здесь можно здесь какие-то ранги. А, типа, если у меня больше ранг, то здесь больше множитель очков и больше я могу очков получить. И, видимо, за определенное количество то ли заданий, то ли еще чего-то, можно, короче, ранг улучшать и получать больше множитель. Давайте войдем в подземелье. Так. А, здесь нам нужны ключи. А, 4 раз считает это 2 ключа. Так, тебя. Так. Меч. Так. Ай, господи, так. Так, здесь, конечно, нужно как-то в ритм войти, и, короче, потом здесь просто все как бы летает и рушится.
Так, мне ключи нужны. Ключи. Я ключи, блин. Так, давайте я тогда вот это пособираю. Так, это никому не нужные вещи. Так, вот ключи. Угу. Так, мне нужны еще ключи. Дерево. Так, ключи. Так, вот этот шарик можно в монстр кидать. Так. Когда ж ты закончишься? Угу. Так. Вот здесь уже с ключами попроще. Так. Это все уже в каскаде этих изменений все ключи закончились. Так. Ну. Так. А, у меня сейчас свой ключ есть. Так, хорошо. Так. Вот эту штуку я улучшу. Вот эту штуку улучшу. Так, тебя нужно. Тык. Ага. Отлично. Так, еще ключи. Я использую свой, пожалуй. Дерево. А что-то мне выпало. Вот так вот. И вот так вот. Так, там еще один такой же капюшонник, чувак. Это, короче, заклинание, которое делает больше мечей. В общем, очень круто, но мне бы не помешало какое-нибудь это зелье, которое мне здоровье восстанавливает. В общем, очень жаль. Уже 231 тысяча, нормально. Короче, все задания выполнил, больше золота получил и больше опыта вернуться. Так, в общем, вот такая игрушка. В принципе, прикольная, можете ее на Steam найти, наверное, оставлю ссылочку в описании. Ну и, как бы, вот. Короче... Какие, значит, следующие планы, значит, по количеству подписчиков, не знаю. Наверное, хорошая идея поставить какую-нибудь задачу под конец года. Я думаю, 5000 подписчиков до конца года — это очень даже нормальная задача. Ну, то есть, как бы, средняя программа Medium — это 5000, программа Maximum — 10000. И, в общем, вот. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы у меня было больше подписчиков, чтобы канал рос. Всем спасибо за поддержку еще раз, и увидимся в новых видео. Всем пока.